Миша, Во! а что за, ну, формула победить и уехать? Ну, во Второй мировой такого не было. Ответь мне простую вещь. Человек на фронте зарабатывает сколько? Знак вопроса. 3 штуки баксов? Хорошо. А теперь, сколько, сказали, ветеранов у нас будет? 4 миллиона? Это данные министра. 4 миллиона ветеранов, которые, ну, основном, пусть 3 миллиона из них, получали на фронте 3000 баксов. Умножь 4 миллиона на 3000 баксов, а теперь верни их в обратную жизнь, где у них нет экономики, страна в долгах. И что, тут будут байки мне рассказывать про восстановление страны? Можно я спрошу по-простому? Вы долбоебы? Ты вложишь лично хотя бы гривну в стране, а? Задай вопрос. Не, блин, тут блэк-роки придут и будут вкладывать. Они такие тупые, что ли? Вкладывать не будет никто. Будут отсюда только выносить. Запомните. А теперь, пусть не 4, ну хорошо, больше вернется, поверь. Ветеран. Из них, из этих 4 миллионов ветеранов, сколько из них тех, кто не могут передвигаться самостоятельно? Сколько из них тех, кто не будут иметь работу? Сколько из них тех, кто с инвалидностью? Сколько из них тех, кто с ПТСР? А теперь умножь это на их семьи. Расскажи мне, мой друг, если у нас законодательство льготы предусмотрены для участников боевых действий и войны, 4 миллиона страна потянет в прошлом работоспособных. Слушай, да не надо быть Вангой, чтобы понять, что будет. Все эти батальоны, блин, которые сидят, пишут бумаги, мы на фронт не идем, полруки на. Тут же ДБР открывает дела. Ну, открыл и пошел нахуй. Все. И они с оружием чем занимаются? Они отжимают собственность. Под чем? Как было после Майдана. Под предлогом, что то Януковича, то кого еще там. То Хамутынника, то Януковича, то еще кого-то. А то русские бандиты, блин, понимаешь? А против них кто приходит? Такие же безработные батальоны. Таким же оружием. Вы что, не поняли вообще, что будет происходить? Вы что, этого не видели? Это все было. Только теперь на миллион умножьте. На миллион, не на тысячу. И что думаешь, что пацаны на фронте тупые и не понимают ничего? Они под присягой. Они все понимают. Они в прошлой жизни такие же цивильные, как мы с вами. И в будущей жизни они такие же цивильные, как мы с вами. И у них семьи такие же цивильные. Они такие же, как мы. Они такие же умные, только знают больше, чем мы. Понимаешь? Конечно. В такой ситуации, когда уничтожено образование, полностью уничтожено под ноль, когда вместо клубов детского творчества открываются молебенные дома, а вместо этих экспериментариумов или музеев открываются музеи смутку. Когда вместо того, чтобы, блин, сделать что-то свое и новое, вы бегаете, блин, и меняете эти гербы, блин. Когда коту нехер делать, он улицы переименовывает, чтобы яйца блестели. Что я не сказал не то? Земля чья? Да где в мире, в суверенной, субъектной стране землей может владеть юридическое лицо, вашу мать? А? Где? А, мы станем, были великой аграрией, станем великой коноплей. Я правильно понял? Ага. Ну что, нормально. Будущее наступило. Может быть, у вас трудовые права и гарантии есть? Вам напомнить, как многие бегали, аплодировали Третьяковой стоя, когда уничтожались трудовые гарантии? Потому что у нас бизнес мае развиваться. Бизнес мае развиваться. Бизнес. Ну, и куда пойдут 4 миллиона? Ну, может, они бизнес будут развиваться? Они будут наемными. А у наемных больше прав нет. Их уничтожили за год до войны. И многое другое. Так а куда Почему они уж? уедут, Миш? Да куда угодно.